Может, я не знаю, может и с Сьюзан созвонить, но там вкратце ситуация такая, что нам похороны двух наших ребят обходятся, мы посчитали, 200 тысяч. У нас нет этих денег. Я так понимаю, что Росгвардия, руководство, ну, ничего. Отмораживается? Да, я к тому, что, слышь, или давай, ну, если есть возможность куда-то туда выше достучаться, ну, типа, ребята, сейчас, может, давай я попробую сейчас Косте, я сейчас попробую Косте скажу. Может, да. Чтобы город помог. Сейчас, да. Сейчас дай я Серегу дам по похоронам, на. Давай, Серега, это Олег. Алло, Олег, здорово. О, да, да, Петрович. Да. Да, я Николаевичу озвучил ситуацию по похоронам, что нам выходят два человека наших в 200 тысяч. Занимается это сейчас Димка там лично. Ну, Олег, я в курсе. Я сейчас Костя разве. Ты, Серега, тебе вопрос хотел задать. Да. А, все, давай, ты, давай. Да, ты там по той информации, что мы вчера говорили, понял, да. Нам нужны именно коды их вот этих, как наши госуслуги, у них там это ДИА называется, программа. И номер комендатуры. Вот сегодня мы выезжали, работали, просто идешь как мясо, блядь, а тебе не дают ничего сделать, и все. Это просто... Конченые, блядь. Кончено, руководство кончено. Я вообще не знаю, зачем было затеивать когда-то спецоперацию. Они на себя ответственность, так понял, не берут. Не да, берут, не хотят брать никто не берут. Да, не берут. А, слышишь, блядь, не хотят ответственность брать, блядь. А вообще за вас ответственность, мороз. Блядь, кончена. Да, блядь. Понимаешь? То, что пацанов разорвало, им похуй. А то, что надо стрелять кого-то, что-то это, они не берут. Я говорю, я просто, блядь, в ахуе. Слов нет других никаких. Ясно. Хорошо. Я, короче, сейчас с Костей свяжусь. Хорошо? Mm-hmm. Сейчас да, скажу. Да, пожалуйста, потому что они там... городские, как бы, чтобы они ну, на может, уровень может, того самого. Да. Может, да, есть выход туда где-то на совмин, ну, озвучить ситуацию, что-то за. Я понял. И сейчас попробую Самвелу сказать. Короче, не за что хоронить, получается, да? Ну, да, да. Обратились в ритуальные услуги, они посчитали там более-менее по-свойски, там, через кого-то, Юс там нашел. Что выходит где-то, ну, порядка 90 тысяч на человека. Я понял. Сейчас, давай я тогда звоню, сейчас буду сейчас звонить. Угу. Хорошо. Там, хорошо. Давай. Ага, давай. Спасибо, давай. Сейчас давай. Буду звонить. Ага.